Всем привет, ребята. Хочу вам показать вот такой вот бой на карте уединения против RX и что-то там какой-то Blacks X Lotus, что ли. Против стратегистов, короче. В начале все как обычно. Так, видим, что Снегурочка у нас в начале разведки, как говорится, сильно протупила. У Махника уже вот здесь вот бежит солдатик, а у нее только вот здесь вот подбирает. Но здесь уже не успеет, потому что здесь уже шашлычки, как говорится, прибежали. Хотела, походу, она в развертку выйти. В море у нее не получилось. Может быть, интернет затупил. Ну, все бывает, ребята. Давайте же посмотрим, как вообще будет проходить бой и чем будут играть наши герои и противники. Ну, в общем, наши игроки, которых мы будем сейчас смотреть. Здесь видим, что не добежав, то есть не доехав до середины карты дельточка, кайманчик просто пролетает возле дельты. 60% кайман на море собрал, и красный игрок еще на карте больше собрал. Мне кажется, у красного игрока больше возможности показать себя в бою, и развитие должно быть у него помощнее. Ну, здесь видим, у желтого игрока два кречета имеются на базе, третий штаб. Так, красный игрок что же? Красный игрок здесь разведал синего, зеленого игрока. И вот видим то, что уже два алика имеются на базе. Так, две торпедки, правильно. А здесь что у нас? Зеленого игрока два викинга здесь, два здесь. Зевс, град и тайфун пока как обычно. А наш, как говорится, Махник, он лучший авиатор. Он будет авиацией показывать, как нужно правильно играть. Если у тебя интернет хороший, то смотри, как нужно летать, ребят. Здесь разведали, сколько там, 5 кайманчиков, да. Ребят, бой идет, как говорится, долго, но я буду перематывать. Здесь видим, я здесь не заснял, кречеты, как говорится, против вертексов. Так, и еще сколько, 3 викинга плывут к двум викингам, как говорится, на поддержку, да. Ставится одна ПВОшечка вперед. Ну, я бы, кажется, не стал бы здесь копить Зевсоград. Наземка, я бы лучше копил бы на четвертый штаб. По-любому здесь будет сейчас с их стороны хамелеон. И сделал бы штук 8-10 тайфунов. Расставил бы по картам, вот где-то вот так вот, так вот. Расставил бы половина карты просто тайфунов, чтобы кречеты просто так не летали. И сделал бы чисто Зевсов. Зевсов можно было бы на пролом, как говорится, посередине проехать. Здесь видим то, что кречеты летают очень даже быстро летают, как бы безобидно, просто-напросто начинает наших викингов брать. Но здесь сейчас вот два залпа, так, давай, еще один, все, он теряется, видим, что один дикобраз имеется у красного игрока. Так, Махник, он такой авиатор, вот, ребят, до чего у него вот есть возможность дотянуться просто. Он просто-напросто дотягивается. Ему вот нравится прям кусать и кусать, кусать и кусать. Вот постепенно вот. Здесь видим то, что... Что, здесь минирует, кажется, да, желтый игрок, чтобы синий не поехал. Дельточка включает... ну, хочет посмотреть, там есть вообще на море мины. Засрали какашками? Нет, здесь видим то, что ничего не увидели. Так, давайте же мы перемотаем. Ничего интересного здесь начинает кречеты выбивать. Викингов. Так, смотрите, здесь интересный такой маневр. Вот верток летит, летит, летит. И 1-1 счет, ребят, видели, да? Так, здесь что? Здесь будет интересно. Авиаторская бойня. Я смотрю, здесь пока нет авиаторской бойни. Но сейчас я вам хочу показать попозже такую вот действительную вот зарубу авиаторскую. Это просто нечто, вот можно сказать. 5 викингов начинают кусать кречеты, да? Да, один кречет вот засветился здесь, на карте. Так, пока кречета нету. Так, Махник туда, куда-то летит, я понять не могу. А, он хочет заранее тут поймать кречетов, да? Так, да, что-то он здесь пытается сделать. Здесь, вот так летает, опа, кречеты, вот они, ребят, давайте же посмотрим, сейчас Махник успеет ли нанести урон кречетам, давайте же, вот-вот, красиво, ага, нет, не успели положить, даже успеем,
Нет, не успели положить, но он потерял, увы, одного вертекса. Я бы не спешил бы тут викингами как бы переться вперед. Если ты викингами идешь вперед, то, пожалуйста, будь добра, поставь хотя бы 5 тайфунов, чтобы они были под защитой, и викингов можно было бы как бы подвинуть в эту сторону. Вот сюда, и тайфунчиков разложить вот где-то вот здесь. И получается, викинги защищали бы тайфунов, а тайфуны защищали бы викингов. Еще, и все было бы взаимно. Здесь разведчики уничтожаются. Так. Кречеты тоже уничтожают наших разведчиков. Не оставляют карту без присмотра. Также и вертексы наши уничтожают их не разведчиков. Так, Макс тут делает кругляшок. Здесь видим, кречеты сюда добрались. Так, вертексы куда летают-то? Здесь просто такие моменты интересные, как вертексы ловят кречетов. Все так красиво сделано, ребята. Так, тут полетели мы на разведку. Что имеется у синего игрока? Так, тут три, да, кайманчика, 5 аликов, да. На базе что там? Четвертый штаб имеется, 5 кречетов имеется, четвертый только апается у красного игрока. Получается, он пошел сильный во флот, да? Так, вертексы тут что там делают? Что же хотят тут сделать вертексы? Вот они, красиво, да, ребята? Троих сразу сбили. Ну, сейчас этих двоих тоже, кажется, на кокам посадят. Смотрите, вертексы как быстро догоняют, ребята. Смотрите. Ушел. Одного потеряли. 4 вертекса минус. Это просто пиздец. Офигеть. Вот здесь видим то, что... Вот. Вертексы начинают что-то кусать. Что-то здесь стараются делать. Очень прекрасное управление авиацией, если честно, ребята. Ах, здесь... Вот видим, кречет что-то летает, летает. Так, ну сейчас он сдохнет, можно сказать. Кречет полетел на базу себе, но нет, его мы здесь положили. Так, Снегурочка пишет то, что попробует пойти нападением. Ну как вы думаете, ребята, что-нибудь ли получится у нее или нет? Мне тоже самое, если честно, интересно стало. 6 викингов, так, 4, 5, 6, так, 6 зевсов, да? 6 зевсов, 1 щит, а 89 зевсов, 1 щит, 3 града и 2 ПВОшечки. И еще вот зевсы и ПВО, тайфуны идут вот на базу. Но вот здесь вот одна тотальная ошибочка. Я бы, кажется, всех не выделял бы, но здесь Махнику спасибо, что он еще летит. Вот смотрите, летит, чтобы лишнюю суету как бы убрать. Но викинги здесь должны были разложиться, чтобы пробить вот этих аликов. Но по одному сейчас она будет терять викингов. Спасибо Махнику, что здесь тоже помогает. Щит был недоконтролен, поэтому был потерян сразу же моментом. Красного игрока, знаете, как вот каждый человек ошибается, в бою растеряется, вот можно сказать. Я тоже много раз роковал, если честно, тоже растерялся. Но в этой ноте я как бы, ну, всегда говорят то, что футбол играет тот, кто его смотрит, правильно? Ну тут же, тут и так же можно все понятно. Вот этих юнитов я бы взял бы либо отсюда, либо вот так вот поехал бы, вот здесь. И вот так вот просто-напросто заехал бы как к себе домой, все. А Махник, кажется, он мог бы спасать тут Снегурочку, да. Здесь видим, что викинги просто как мясо теряется. И здесь посик один имеется, да, ничего не говорю. Вот видим. Вот зевсы сейчас вот почему-то вот пошли вот сюда. Здесь вообще не надо было включать как бы... стендбай, я не знаю, или как это назвать, чтобы они вот туда-сюда вот ходили, вот туда-сюда, не надо, надо вот цель направлять, хотя вот сюда вот надо было штаб снести. Здесь видим, что стеночки, и атака провалилась, можно сказать, вот, вот убедительно все вот так вот. Здесь нужно уже отступать. И вот так вот мы теряем просто так вот юниты. Так, Махник подготовился к морской зарубе. Блин, ребят, извините, но я здесь не показал, что же он здесь пробомбил. Он здесь что-то пробомбил. Блин, сука. Ну ничего, потом еще он будет бомбить. Вертексы здесь летят на, в заранее, чтобы защитить торов, да. Так. Здесь что же происходит? Здесь такая интересная заруба. Креч, вертекс летает тут на разведку, да. Вау. Видим то, что желтый игрок очень много копит.
Так, Виртекс не был уничтожен, он сохранил свою жопу, можно сказать, но здесь мы его теряем. Махник правильно сделал, что разведал полностью море, потому что ему нужно максимально убедиться, сколько там аликов, чтобы не быть, как говорится, уничтожен. Так, здесь скретчеты что-то летают. Вертексы стараются подловить, но мне кажется, у них ничего не получится, да, потому что здесь куча аликов, 3, 6, 7, 8, 9 аликов выдвигаются в сторону зеленого игрока. Интересно, пробьют ли они или нет. Здесь нужна была еще одна торпедка под голд строй, мне кажется, он достроился бы, и торпеды, они очень даже мощные. Так, вот здесь вот пошла заруба, 2 града очень даже близко стоят, их нужно было где-то вот так вот, сзади, просто вот. Вот здесь видим то, что сейчас кречеты будут помогать, вот, кречеты помогают, Макса нету, Макс где в этот момент? Макс заправляется, кажется, да, у него только имеется 2 вертекса, так, нет, 3 вертекса, вот, на воздух. Сейчас он будет аккуратно, вот, видим, выбиваются здесь кречеты, попадают под алики. Интересно, давайте, викинги, держите морской удар. Так, где же вертексы наши? Вертексы неужели потерялись? Вот здесь хорошо очень даже Макс подлавливает. Один викинг остался. Блин, неужели зеленый игрок подбит? Зевсы сейчас под щитом будут помогать спасать свою базу. Так, отменяй до заказ викинга, отменяй, ты сейчас потеряешь. Блин, а? На общей обороне сейчас все начинают бомбить. Вот, вот здесь и Макс помогает, правильно, вертексами. Все было красиво, все было отлично. Так, торами куда полетели? А, ребят, ну блин, такой момент я пропустил. Если вы помните, здесь было 2 аэродрома, правильно? Вот эти 2 аэродрома мы выбили. То есть Тор выбили и встречают тут кречета, вертексы. Очень, вот не знаю, почему в этом бою вот мне понравилось, как вообще управляет вот вертексами нахрен. Тут викинги встречают аллигаторов. Вот все приблизительно вот так вот выглядит. Все, аллигаторы, они уничтожены. Тут явно было видно то, что аллигаторы отправились на слив. Снегурыч, тем не менее, начинает восстанавливать свои те здания, которые она потеряла. Одну торпедную платформу. Так, здесь что видим? Здесь мы видим, как вертексы поднимаются на воздух, а Торы летят бомбить казарму и один аэродром. Так, апается штаб до 5 уровня. 2 Тора пока в живых были, неужели? Так, кусается вот этот аэродром. 2 Тора мы не потеряли. 2 Тора всего лишь потеряли, но 2 остались живых. Один аэродром был тоже уничтожен. Так, интересно, он потеряет ли свои аэродромы? Может быть, он уже успел вот в этой точке построить. Давай. Блин, сука, не получилось. Так, здесь вот видим, викинги попали под обстрел, как говорится, да? Блин, снова аллигаторы, сука, а? Неугомонный желтый игрок. Все клепает и клепает аллигаторы. Так, 2 викинга, 3 викинга. Тут куча зевсов, блин, тайфунов будет сюда побольше. Так, Снегурочка пишет, чтобы Махник оборонял свою точку. Так, пошла разведка базы. Имеется тут у красного игрока 4-й штаб завод хамов. 5-й штаб у желтого игрока. И он клепает до сих пор кречеты. 3 аэродрома здесь имеется. Просто ферма, офигеть. Но здесь, вот здесь почему Махник дал предупредительную смс-очку, что здесь идет Яга хам. А Снегурочка пишет то, что я не видела. Но сейчас все вы увидите, потому что вот. Вот, приблизительно вот здесь вот оно. Ягахам, пошел. Так, Ягахам сейчас по-любому прилетит вот сюда. У Махника 4, 5 Тора имеется, потому что Торы против
Яга Хлама — очень хорошая идея, ребят. Так, но Яга Хам по-любому будет опасаться Торов, потому что Торы, они очень даже опасные. Офигеть, один хам был уничтожен, второй хам тоже был уничтожен, да? Вот, здесь сколько ягуаров? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ягуаров, это пиздец, это что такое? Красиво все было сделано. Да тут даже Снегурочки играть, мне кажется, не надо. Махник все за нее делает. Так, Кречеты что-то здесь, блин, стараются подлавливать всех подряд. Я даже не успеваю, какой вот кадр вот здесь снимать-то, ребят. Смотрите, здесь где-то вот так вот все выглядит. Все, здесь по-любому здесь видно то, что Зевсов там много. Тут еще и аллигаторы были уничтожены. Так, давай догоняем Ара. Ну как бы не старался убегать хамчик, сейчас его догонят. Вертекса, да, кажется, догонят. Так, что же здесь происходит? Офигеть, ага. Два Кречета сразу потеряли, ребят, видите, да? И здесь где-то вот так все будет выглядеть. Снова недоконтроль. Снова недоконтроль. Здесь просто так вот теряется Зевсы. Вообще щит куда поехал, я понять не мог. Можно было же утвердительно вот сюда вот где-то бить. Сейчас здесь нужны Торы. Если честно, здесь нужны Торы. Ну вот, где-то вот так вот хотя бы должно все выглядеть. Правильно, Зевсы должны отступать. Так. Вертексы куда летают, интересно, ребят? На добивание. Правильно, нужно максимально наносить урон своему противнику. Пусть он застраивается. Пока противник наш будет застраиваться, мы будем клепать много-много юнитов. И в это время пойдем в атаку. Правильно, ребят? Правильно. Три викинга здесь море пока охраняет. Много миллиарда зевсов. Так, здесь куда летят-то? Что летят? Торы куда летят? А, Торы здесь уничтожили аэродром. Ребят, смотри, сколько Торов так. 2, 4, 5. Ну, 6 Торов было. Уничтожили аэродром, ребят. Кречеты что-то стараются. Блин, наверное, говорят, куда же мы попали. Ну, здесь сейчас он потеряет, мне кажется, вертексов. Вертекс очень даже быстро летает. Так, 2 вертекса сразу было потеряно. Еще 2, а не 1. Сейчас еще один потеряется, и все. Даже разговаривать не надо будет. Так, Снегурочка тут наготове. Правильно, нужно давить наших противников. Все, вот. Здесь, мне кажется, все, морем нету. Викингов я бы оставил бы здесь где-то. Потому что опять вот снова она здесь вот их тоже сделает. Оставь их здесь. Зевсами уничтожь вот эти торпеды и приедь викингами, добивай базу. Все, там ничего сложного. Ну, как всегда говорится, играет в футбол тот, кто его смотрит. Здесь какой-то большой Ягахам, неизвестно, куда он вообще едет. Торы бьют, но бьют они вот сюда, видели, ребят, не попадает, можно сказать. Так, здесь видно то, что у Снегурочки не получается пока выбить Ягахам, очень даже тут большой. Тут просто-напросто хамы катаются туда-сюда, и она не понимает вообще, куда бить. И совсем чуть-чуть осталось-то. Так. И тут летит сейчас наш спаситель. Так, стройдвор был построен на всякий того, что если вдруг пойдет Ягахам, мы поставим много стеночек и как бы остановим их. Так, здесь прошла разведка. Ничего пока интересного. Торы полетели и вертексы за ними же. Так, Торы куда летят, 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 летят? Правильно, правильно, сука, правильно. Еще один залп. Все, оставляем их без здания. Вообще им не нужны вот эти здания.
Мы будем копить ресурсы на наши юниты, а вы копите ресурсы на свои здания. И тем не менее вы будете отставать по развитию. Так, здесь снова идет Ягахам. Видим то, что идет Ягахам. Так, что-то я казармы не вижу, как строится. И стеночки не вижу, как строится. Что же, где же Торы? Торы, Торы, где вы? Наши любимые Торы. Пошли, Торы, давайте, давайте, бомбите. Ах, сука, не туда. Чуть-чуть промазал, кажется, Махник. Но мне кажется, он чуть-чуть попал даже. Так. Здесь Зевс отступает. Ягуары вышли с хаму, но здесь две ракетки имеются. Ракетки сейчас тоже будут помогать. Щит есть. 5, 4 Зевса есть. Все, здесь можно сказать, еще и Махник. Он успевает и, как говорится, свою задницу спасать. Задницу, как говорится, своей напарницы. И еще одно. Он успевает бомбить вот эту вот базу. Так, правильно. Вот здесь вот все. Аллигатор был уничтожен. Так, ребят. Здесь я не заснял. Вот, Торы летят. Вот, был залп. Там 5 или 6 Торами. И вот вертексами. Уничтожен был штаб. Все красиво он сделал. Продумал. И один залп сюда. Все. И все. Сейчас Снегурочка будет копить Зевса щит. Красного игрока отняли возможность, чтобы он производил какие-либо юниты. Махник заранее поставил вот сюда строй двор, чтобы желтый игрок не ездил вот сюда вот к нему. Так, у него уже выбора нет у желтого игрока, им нужно нападать. Потому что по активности сейчас, кажется, ведем мы, да? Представьте, через минут 10 уже будет активность назначаться. Вот здесь мы вот видим, мы сейчас Махник будет своими вертексами. Вот снова был уничтожен штаб. Не даем дышать своим противникам. Снегурочка заранее отвела своих зевсов посередине, чтобы успеть, ну, работать на два фронта. Так, вот здесь мы видим, засветились ягуары противника. И здесь был удар, очень даже, вот жесткий удар. И все, мне кажется, здесь даже смотреть нечего. Просто-напросто здесь вот ягуар, яга дико хам, можно сказать. Даже хама нету, они просто так катаются. Ну вот, приблизительно вот такой вот бой получился. Есть у кого-то какие-то комментарии, пишите, ребята. Не знаю, мне, если честно, понравилось, вот как авиатор тащил просто в этом бою. Ну, было много ошибок с обоих сторон. Спасибо за просмотр. И до свидания, ребята. Ждем следующего видоса и подписываемся обязательно на канал. До свидания, ребята.